Мы рады приветствовать вас на нашем последнем вечере, посвященном проблемам последнего времени, событий последнего времени. И я очень рад тем вопросам, которые поступили мне. Это очень серьезные и важные вопросы. И я хочу сказать вам, что когда я увидел ваши вопросы, то я возрадовался, потому что я вижу, что Дух Святой открывает вам Священное Писание, и вы интересуетесь важными моментами истины, открытыми нам в книгах Даниила и Откровения, потому что именно ответить на эти вопросы, которые мне были заданы, эта лекция, она ответит на них. Медлит ли Иисус со своим пришествием? Это вопрос, который очень существенен, потому что сегодня в христианстве существуют две крайности. Первая крайность – это беззаботное отношение. Особенно переехав в более такие комфортные условия здесь, в Америке, многие верующие начинают относиться к второму пришествию очень беззаботно и безответственно, говоря: да, я верил, мой дед верил, мой прадед верил, все ждали второго пришествия, Иисус не пришел, и когда Он придет, неизвестно. Есть вторая крайность, в которую впадают люди, пытающиеся какие-то сенсации, понимаете, распространять, интерпретируя каждое политическое событие, на их взгляд, является вот тем событием, после которого придет Иисус, и пытающиеся высчитывать дату пришествия Иисуса на основании тех временных пророчеств, которые есть в Библии. Но мы знаем, и мы с вами говорили на нашей третьей лекции, когда внимательно и детально рассуждали над тем, как Иисус учил своих учеников, говоря им о признаках своего пришествия. Он дал нам такие два понятия, два очень важных таких вот точки крайних, можно так сказать, чтобы нам в них не ударяться. Первая крайняя точка, он говорит: о днем се не знает никто, да, кроме Отца моего Небесного. О днем се, всем и часе всем, да? Об этом очень четко сказано. И Иисус говорит в 42 стихе 36-37 текст, говорит: никто не знает, ни ангелы небесные, только Отец. Но будет как во дни Ноя, да? Бодрствуйте, 42 текст говорит, потому что не знаете, в какой час Господь ваш придет. Но с другой стороны, Иисус говорит: от смоковницы возьмите пример, да? Это нам говорится в 32 стихе. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Иисус, с одной стороны, говорит нам о том, что мы не знаем дня и часа, но с другой стороны, Иисус нам говорит, что нам нужно наблюдать за временем. Есть какие-то признаки. Какие же это признаки? На что надо обратить наше внимание, когда мы размышляем о том времени, в котором мы живем? Мы уже говорили с вами о том, что мы не ожидаем какого-то пришествия Антихриста в далеком будущем, потому что Антихрист пришел сразу после того, как распалась Римская империя. Мы вчера с вами посмотрели о том, что мы живем уже во время, когда есть вот такие вот христианские пародии на Святого Духа, лжехристианские, да? Когда чудесами, знамениями пытается совратить верующих, когда пытается... Мы рассуждали о том, что такое печать этого второго зверя с агнчими рогами, который выглядит как Иисус, да? Выглядит как агнец, но говорит, помните, как? Как дракон. Да, почему он говорит, как дракон? Потому что, выдавая себя за христианство, он вкладывает в наши уши истинные, чуждые Священному Писанию. Библия призывает нас, особенно в это последнее время, особенно когда идет суд над Антихристом, Библия призывает нас поклониться сотворившему небо, землю, море и источники вод, вернуться к тем принципам, которые Бог дал и предначертал в своем законе, отражающем Его святой, незыблемый характер, принципам, которые, с одной стороны, говорят о любви к ближнему, и все с этими принципами согласны, но, с другой стороны, говорят о любви к Богу, и здесь мы пытаемся любить Бога так, как нам это хочется, а не так, как Богу это угодно. Именно этот зверь имеет число. Число, которое в Библии называется в Откровении 16 глава, в Откровении 13 глава нам сказано, что, во-первых, печать, и без этой печати наступит время, вы видите, еще оно пока не наступило, но наступит время, когда без этой печати невозможно будет ни покупать, ни продавать. Когда несогласные с этой сатанинской версией закона не смогут нормально жить. Когда те, кто не желают принять сатанинскую версию закона Божьего, окажутся под угрозой убиения. Этот зверь, написано, имеет число человеческое. 666. 3 шестерки. Мы вчера говорили о том, что сатана пытается на этот мир сделать нападение, тройную атаку. Дракон пытался убить Христа, ему это не удалось. Он выпустил Антихриста, который преследовал верных Богу, но и это не удалось. И тогда он выпускает вот этого второго зверя, хитрого, который не действует силой, не действует террором, никого на кострах не сжигает, никого в тюрьмы не садит до поры до времени. Но нам сказано, что наступит время, когда этот христианский на вид зверь заговорит как дракон, заговорит так, что снова будет в тюрьмы сажать несогласных, так как это уже было, так как и в Европе, и в России не в коммунистическое время сажали тех верующих, которые пытались открыть Слово Божье и следовать ему больше того, нежели это делала государственная церковь. Это касается, это история не так давно минувших дней. Да, мы знаем, мы больше помним о том, как многие верующие сидели в лагерях и были расстреляны при сталинском режиме. Мы зачастую забываем о том, что истоки, в частности, евангельского христианства, идут и начинаются не при Сталине, а при царе-батюшке. И когда евангельское христианство задумывалось и говорило: извините, зачем нам крестить младенцев? Зачем? Если Библия говорит: идите и научите. Когда евангельское христианство обращалось к священникам и говорило: а покажите мне Библию, а не читайте ее на старославянском, что я не понимаю. Когда евангельское христианство задавала вопросы: а почему вы приносите здесь святые мощи и говорите, что они исцеляют? Не Господь ли исцеляет? Что этим братьям, которые пытались по правде Божьей следовать, было? Ссылки: Таджикистан, куда-нибудь Сибирь, по меньшей мере. Тюрьмы, по меньшей мере. Понимаете? Библия говорит, что настанет время, когда и этот христианский зверь начнет всякого, кому Библия открывается не так, как по его стандарту, всякому, кто хочет глубже познать библейскую правду, будет убиваем и не сможет нормально ни покупать, ни продавать. Я не хочу тратить время на то, чтобы объяснять, как легко это сделать в сегодняшних условиях. Сделать элементарно. Сегодня достаточно дать одну команду, чтобы в вашем кредитном репорте, в вашем кредитном рейтинге было записано ограничение на вашу любую деятельность уже здесь, на территории этой страны. Что мешает сделать? Пока что здесь свобода. Пока что вот эта религиозная сила не объединилась с государством. Хотя разговоры об этом идут. Знаете, я люблю изучать историю христианства. Мы часто забываем историю христианства. Я не знаю, насколько мы знаем историю, например, возникновения баптистского движения, где основным принципом был, во-первых, прекращение этого суеверного крещения младенцев, отсюда само название, а во-вторых, отделение церкви от государства. Основатели баптистского движения, учения которых я лично глубоко уважаю, учили о том, что никакое государство не может диктовать человеку его совесть. Только Дух Святой открывает Священное Писание. И поэтому то, о чем мы говорили сегодня на протяжении этой последней недели и говорим сегодня, это те же самые принципы. Мы желаем иметь свободу. Мы желаем иметь свободу открывать Священное Писание и исследовать его свободно, дискутируя, поднимая вопросы, исследуя за тем, что Бог открывает нам через Слово Свое. Но Библия говорит, что настанет время, когда основная масса христианства не захочет идти вперед, а будет навязывать свой взгляд. И прежде всего, свое понимание любви к Богу, противоречащее тому, что Бог желает и что Он ясно открыл на страницах Священного Писания. Вопрос возникает, как скоро? Когда это будет? Давайте посмотрим, как нас учит книга Откровения. Вот что нам сказано, пишет нам Откровение, 11 глава. Почему-то у меня портится текст, не могу понять. Наверное, ладно, я не буду трогать компьютер. Будем читать. Откровение, 10 глава. И я хочу, чтобы мы прочитали с 1 стиха. Иоанн видит ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, лицо его, как солнце, ноги его, как столпы огненные. Этот ангел поднимает свою руку к небу, 5 стих, и клянется живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что в нем, и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Что это за слова? Вы видите? Где-то наступает какой-то момент, когда вот это последнее время, о котором мы говорим, имеет начало своего отсчета. И мы видим здесь, что Иоанн очень четко фиксирует это в своем видении. Ангел говорит, вот, времени уже не будет. То есть все, уже нет времени, уже нет никаких временных пророчеств. Уже наступает самый последний отрывок время, отрезок исторического времени, финишная прямая. Вопрос, когда же это времени уже не будет? Давайте посмотрим. Объясняет нам 7 текст. В те дни, когда возгласит 7-й ангел, и когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. То есть сразу нам дается ответ. Времени уже не будет тогда, когда вострубит 7-й ангел, и совершится тайна, которую знали пророки, а мы не знали, когда это происходит, что это за 7-й ангел. Мы с вами говорили в начале наших лекций о том, что книга Откровения, она имеет особенность. Книга Откровения состоит, если можно так говорить, там видно повторение из разных событий, которые постоянно имеют число 7. 7 церквей, 7 печатей, 7 труб и 7 язв. Мы говорили с вами о 7 язвах, когда говорили об Армагеддоне. Мы говорили, что 7 язв – это Божья защита, Божья атака на зверя, который угрожает убить всех тех, кто не принял начертание его. Да, мы еще об этом поговорим. А 7 труб – это тоже определенные суды Божьи. Но это суды Божьи предупреждающие. 7 язв – это уже окончательный конец. Когда 7 язв начинает изливаться, спасение Божье уже близко. Мы говорили об этом. Когда Бог начал изливать 10 казней на Египет, а эти язвы, они похожи на египетские казни, то спасение народу было близко. 7 труб – это предупреждение. Происходят катаклизмы, происходят войны, катастрофы, но это еще не конец. Но 7-я труба, вот что о ней сказано. Посмотрите, как говорит нам книга Откровения, 11 глава. Покажите. Покажите слайд мне, если можно. Книга Откровения, 11 глава. Вот она, 7-я труба. 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета в храме его». То есть, вы понимаете, Иоанн нам говорит, последнее время начинается тогда, когда вот это вот период, когда времени уже нет, начинается тогда, когда трубит 7-й ангел. И мы читаем, что когда трубит 7-й ангел, отверзается храм Божий на небе и является ковчег завета в храме его. Что это такое? Когда отверзается храм Божий? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо помнить те ритуалы, которые Господь записал, для того, чтобы мы их сегодня и прошлое поколение изучали, происходят в храме Божьем, указывая на те события, которые произойдут на небе. Мы знаем о том, что храм, который построил Моисей, Соломон, является отображением того великого храма, который есть на небе. И об этом Библия говорит. Храм Божий на небе. Но для того, чтобы понять, что происходит в храме Божьем на небе, Бог дал еще через Моисея святилище, в котором проходили ритуалы, показывающие, что происходит и произойдет в будущем в небесном храме. И мы знаем, что в общем-то, небесное святилище, святилище Моисеева по небесному образцу сделанное, оно состоит из основных компонентов, да? Вот это внешний двор, а вот это сама скиния, состоящая из святого святых. Во святом отделении находится семисвечник, хлебы предложения и золотой жертвенник благовонных курений, а во святом святых ковчег. Интересно, что каждый день священник утром и вечером, да, мы говорили о ежедневном ходатайственном служении священника вчера и позавчера, мы говорили, как Антихрист его будет копировать. Каждый день, утром и вечером, приносятся на жертвенники 2 агнца. Как вы думаете, жертвенник небесного святилища где находится? Где принесена жертва? Ежедневное, окончательное и бесповоротное. На Голгофе. Правильно? То есть этого жертвенника на небе нет. Внешний двор небесного святилища – это земля. Но вот святое и святое святых на небе есть. Потому что Иоанн в 1 главе Откровения видит семисвечник, а в 8 главе видит, что там происходит уже у жертвенника благовонных курений. Ну и то, что мы смотрим, 11 глава, 19 стих, он и ковчег видит. И все это, говорит, происходит на небе. Что делает, кстати говоря, Антихрист? Самый основной ритуал традиционной христианской церкви. Это Евхаристия. Вы слышали такое слово? Евхаристия – это то, что протестанты называют вечерей Господней. А почему у традиционной христианстве Евхаристия, а у протестантов просто вечеря? Потому что протестанты понимают, когда Иисус говорит о вине, сие есть кровь моя, то это символ. Когда Иисус говорит о хлебе, сие есть тело мое, это символ. А традиционные церкви говорят нет. Хлеб есть настоящее тело Христово, которое преосуществилось благодаря священнодействию священника. И поэтому известный апологет православного вероучения Андрей Кураев, обращаясь к евангельским христианам, говорит: вы, братья-христиане, очень хорошие, конечно же, но у вас есть одна проблема. У вас нет Евхаристии, а раз у вас нет Евхаристии, то вы не получите спасения, потому что для того, чтобы вам действительно вкусить реальное тело Христово, его надо преосуществить. А ваши пастыря не имеют апостольского рукоположения, священниками не являются, поэтому то, что вы делаете на вечере Господней вашей, спасение вам не даст. Понимаете? Вот как говорит. Это язык, это то, о чем мы говорили. Это язык Антихриста, собратья. Это язык Антихриста. Что Антихрист говорит? Он говорит, у нас, только в наших храмах, даже вот церкви-то традиционные, да, и католические, просто называются храмом. Не зря называются храм. Потому что там происходит вот это священнодействие. Там вот эта Евхаристия эквивалентна тому, что делает священник, утром и вечером принося агнцев. Только они это делают с хлебом. Понимаете? Вот это традиционное христианство, оно присвоило себе священнодействие. И этим говорит, если вы это не будете делать, если вы в этом участвовать не будете, не будет вам спасения. Понимаете, какая серьезная вещь? Понимаете, чем запугивается? Ну, это сейчас оно только словами запугивается, а тогда же, когда имелась государственная власть, то вы же понимаете, и костры были, и ссылки были, и все, что хотите, было. За то, что не принимает участие в Евхаристии. Понимаете? Но храм, который мы здесь видим, вот эта часть, она исполнилась на Голгофе. Раз и навсегда голгофская жертва принесена. После чего Иисус вознесся к Отцу в небесный храм, для того, чтобы там, как пишет апостол Павел, быть нашим первосвященником. И когда первосвященник совершает служение здесь, то он совершает служение во святом святых один раз в год. Один раз в год первосвященник заходит во святое святых. Заходит для того, чтобы сделать очищение святилища от нечистот сынов Израилевых, от преступлений во всех грехах их. Левит 16 глава, 16 текст. Вот что происходит один раз в год. Этот день на иврите называется Йом-Кипур, день очищения, день, когда полностью уничтожается грех. И вот в этот день единожды первосвященник открывает завесу, заходит перед ковчегом и начинает там свое ходатайственное служение. Вы понимаете, что это означает? Вы понимаете, что означали слова «и открылся храм Божий на небе», когда седьмая труба зазвучала? Это значит, что первосвященник, истинный Иисус, зашел во святое святых для того, чтобы совершить очищение этого мира от греха. Вы понимаете, это очень важно. Потому что, конечно, мы можем говорить о том, что Иисус при нашем покаянии очищает нас от греха. Это факт. Но очищенные и прощенные Иисусом, мы продолжаем жить в этом грешном мире. когда весь этот мир будет очищен от греха. Вот что делает, вот что символизировал этот день очищения. Очищение мира от греха. Потому что, с одной стороны, да, мы чисты, нам хорошо, но мы продолжаем испытывать проблемы, потому что грех находится рядом с нами в этом мире. Мы говорили с вами о том, что Иоанн говорит, когда седьмая труба протрубит, откроется тайна, которую знали пророки. Какую тайну знали пророки? Что в пророческих книгах является тайной? Знаете, если мы посмотрим пророка Исаию, пророка Еремию, Иезекииля, там нет никаких тайн. Единственная пророческая книга, которая является тайной, это книга пророка Даниила. Ибо когда пророк написал ее, то в самой последней главе он записал повеление. 4 стих Даниила, 12 глава, 4 стих. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени». Что непосредственно таинственного есть в книге пророка Даниила, особенно связанное с тем, мы видим, Иоанн показывает нам, что таинственно. Единственное, что происходит при том, когда труба последняя звучит, что реально происходит. Ну, там язычники свирепеют, это все мы понимаем. Но что происходит? Открывается ковчег Божий, открывается храм Божий на небе и виден ковчег. Не об этом ли Даниил писал и не понял? Давайте посмотрим эти слова. В 8 главе книги Даниила он пишет нам, он слышит, записывает то, что слышит от ангела. На 2300 вечеров и утр и святилище очистится. Даниил настолько не понимает, что происходит, и записывает об этом. Он записывает об этом, что эти видения его тревожат. 8 глава, 27 текст говорит: «Я изнемог и болел несколько дней». Почему? Потому что в 26 стихе как раз и есть эта тайна. Нам сказано: видение о вечере и утре, то есть вот это видение о двух, вот это вот, сокрой. Сокрой, оно истина, но сокрой, ибо оно относится к отдаленным временам. Естественно, когда жил Даниил, Даниил жил в 6 веке, 5 веке до нашей эры. Соответственно, это 2500 лет назад. То есть для него отдаленные времена, может быть, для нас они уже не так отдаленные. Давайте посмотрим. Может быть, как раз об этом говорит Иоанн. Вы видите, как оно все начинает складываться, вот эта мозаика вместе. Даниил ничего не понимает, он изнемогает, он видит это видение, ему говорит Господь: а ты это сокрой, пожалуйста, потому что это к отдаленным временам. Приходит Иоанн и видит ангела, который говорит: времени уже не будет. Но когда 7-й ангел протрубит, то тайна, которую Бог дал своим рабам-пророкам, откроется. Вот она тайна. Вот она тайна. Что означают эти слова? На 2300 вечеров в утро святилище очистится. Знаете, мы уже однажды, вчера и позавчера с вами рассуждали на тему пророчеств Даниила о последнем времени. В частности, мы говорили об Антихристе, который в книге Даниила изображен в виде малого рога и который имеет такой масштаб, что он даже у вождя воинства отнимает ежедневное служение, и поругано было место святилища его. Вы спросите меня, как это так небесное святилище может быть поругано? Я вам приведу очень простой пример. Представьте себе, вы на Украине, вы понимаете, какая там больницы, да, вы можете сравнить, да, если вы были здесь в больницах и там, то, наверное, вам нравится здесь больницы, да, медобслуживание там проблематично. И вот представьте себе, какой-то миллиардер здесь, приходит в какой-то районный центр, в больницу, которая уже много лет недофинансируется, видит операционную, где капает там вода с крыши, протекает краска ободранная, никакой санитарии, старый стол, старые инструменты, никакой аппаратуры. И говорит, знаете что, я сейчас дам вам все деньги, которые вам нужны, мы построим сейчас новую операционную. Привозит лучшую операционную, все оборудование. Делает это по последнему слову науки и техники, а потом и происходит открытие. Приезжает этот миллиардер на открытие, все сверкает, все прямо чисто, идеальнейшая чистота, перерезает ленточку, директор больницы жмет ему руку, и миллиардер уезжает дальше по делам. А директор больницы приходит к персоналу и говорит, так, это, смотрите, какая она чистая, посмотрите, какие у нас пациенты, грязные. Мы еще будем их оперировать, это ж кровь будет. Как мы это все мыть будем? Так, вот эту вот операционную я закрою, будете вот в той оперировать, как я оперировал, она будет здесь стоять памятником. Вы понимаете? Человек вложил деньги, чтобы эта операционная работала, а не чтобы ее закрыть и вы понимаете? Старая операционная оперировать. Понимаете, что сделал Антихрист? Он на земле, будучи, строит храм, много храмов, ставит туда священников, учреждает Евхаристию, исповедание. Небесный храм стоит. Но очень мало людей знает о нем. А большинство идут в земные храмы. Вы понимаете, почему поругано место святилища его? Потому что когда операционная не работает, а святилище – это духовная операционная, то вот оно и поругано людьми. Именно поругано. Потому что, когда кто-то дает большой дар, Бог себя принес, а мы пошли к какому-то человеку исповедоваться. Не есть ли это поругание Бога? Сколько это будет продолжаться, такое состояние дел? Ответ нам дается. 2300 вечеров и утр, и тогда святилище будет очищено. Это пророчество Даниила. А вот что нам пишет книга Откровения. Вот вам исполнение этого пророчества. Иоанн видит, как храм Божий на небе отверзается, и он видит ковчег завета. Естественно, с 10 заповедями там. Святилище очищается от всякого беззакония. Мы читали с вами, что Антихрист еще одну вещь сделал. Написано, он преследовал святых Всевышнего и отменял у них закон. И вот вам исполнение. Бог говорит, что должно пройти 2300 суток, и святилище очистится. Вопрос. 2300 суток. Это где-то 6 с небольшим лет. О чем здесь Даниил говорит? Неужели события эти происходили? Когда эти... Как это понимать? Знаете, вот здесь основная проблема. В пророческих книгах Даниила Откровения существуют периоды времени, которые очень символичны. Посмотрите. Вот вам 2300 вечеров и утр. Вот еще вам 70 седмин. И вот еще вам время, времена, полвремени, или 42 месяца, или 1260 дней. Вот эти вот цифры пророческие, они постоянно встречаются в книге Даниила и Откровения. Я здесь не учел еще, не показал 11 главу Откровения. То есть вот это вот все пророческие периоды. Вопрос заключается в том, что они означают. Давайте посмотрим. Давайте начнем исследовать 70 седмин. Смотрите, как Библия, как пророк Даниил в 9 главе описывает нам. 70 седмин определены для народа твоего, для святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан святой святых. Итак, знай, разумей, с того времени, как выйдет постановление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седмин и 62 седмины. По истечении 62 седмин будет предан смерти Христос. И не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Твердит завет для многих, 1 седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыльях храма будет мерзость запустения. Вы знаете, я хочу вам дать мое личное свидетельство. Человека, который был врагом и ненавистником Христу. Я ходил в синагогу, и меня весьма возмущал тот факт, что многие евреи веровали в Иисуса. И я занимался работой, которую сейчас очень многие занимаются, антимиссионерской работой. Знаете, что я брал? Я брал все пророчества Библии. Исайя 53 глава о страдающем рабе. Все разные пророчества, которые указывали на Христа. И я каждое пророчество мог на него найти возражение. Но о вот этом пророчестве я знать не знал. Эти главы в синагогах не читают. Талмуд в трактате Сангедрин пишет о том, что тот, кто посчитает это время 70 седмин, того кости будут разбросаны. Для еврея это посчитать категорический запрет. Но Бог открыл мне, и я посчитал. И благодаря тому, что я посчитал, я сейчас стою здесь и проповедую вам Слово Божье. Давайте посчитаем то, что когда-то мне Господь открыл посчитать. Посмотрите, написано нам, от времени указа о восстановлении Иерусалима. О чем здесь идет речь? Ну, во-первых, мы знаем, что Даниил является пророком, который пишет все свои книги не в Иерусалиме, а в Вавилонском плену. Даниил является пророком, который пережил весь плен от начала до конца. И, естественно, ему интересно, когда же это все закончится. Он в 9 главе читает книги пророка Еремии, где пророк Еремия в 25 главе говорит о том, что у Навуходоносора, у вавилонского царя, Израиль будет 70 лет. Вы понимаете? Тут 70 седмин. Есть определенное соответствие. Но Бог говорит ему, когда начнется свобода. Он говорит о том, что будет издан указ о восстановлении Иерусалима. Этот указ опубликован, описан в книге Ездры, 7 глава. Его издал царь персидский Артаксеркс в 7-й год своего царствования. Не путайте это с указом царя Кира, который разрешил строить храм. Даниил не пишет об указе о восстановлении храма. Даниил пишет об указе о восстановлении Иерусалима, столицы государства. То есть Даниил говорит о вновь обретенной независимости, которую Иудея получила во времена царя Артаксеркса. Это случилось в 7-й год его правления. Он посылает Ездру, который становится губернатором независимой провинции и дает ему все полномочия. Ездра, приходя, начинает отстраивать город. Это происходит в 457 году до нашей эры. И нам Даниил озабочен этим вопросом, поэтому Бог ему показывает 7 седмин и 62 седмины. 7 седмин – это время отстройки города. И вот здесь я хочу задать вопрос. Что такое седмина на старорусском? Неделя. Неужели вы думаете, что город Иерусалим отстроился за меньше, чем 2 месяца? Вы понимаете? Это не имеет смысла. Это явные символические годы. Написано 7 седмин и 62 седмины до Христа Владыки. Если вы возьмете 69 седмин, это вы получите 483 буквальных дня. Неужели от указа о восстановлении Иерусалима Мессия пришел чуть больше, чем через год, в 455 году до нашей эры? Того быть не может. Вы знаете, даже иудеи, запрещая подсчет, очень хорошо понимали, что если посчитать все, то вы получите время помазания Иисуса Христа, 27-й год нашей эры, после которого 3,5 года его служения прекратится жертва и приношение. Прекратится жертва и приношение. И, естественно, остается еще полседмины, во время которых растет и развивается церковь в Иерусалиме. Но через 3,5 года после смерти Иисуса происходят два важных события. Побиение камнями Стефана, результатом которого является обращение Павла. И что делает Павел? Павел идет из Иудеи по всему миру. Иисус говорил, сначала в Иудее, потом по всему миру. Благодаря Павлу христианство становится всемирной религией. То есть вы видите, что значит 70 седмин? Отведены для народа и для святого города. Еще 490 лет после восстановления. Это Даниил слышит от Бога, когда Иерусалим в руинах. Еще 490 лет Иерусалим будет центром вселенной. Храм и все остальное. Но пройдет 490 лет. И уже центра вселенной в Иерусалиме не будет. Иерусалим выполнит свою задачу. Жертва Христа принесена. Храм закончил свою работу. Уже не, и разделение, а как только храм заканчивает свою работу, то разделение между иудеями и язычниками теряет свой смысл. Уже все едины в едином новом теле Христовом. И иудеи, и язычники. Вот эти 70 седмин, в конце которых приходит Иисус. Я показал вам, очень часто используется альтернативная схема. Эта альтернативная схема говорит о том, что вот вам 69,5 седмин от указа восстановления Иерусалима до смерти Христа, а вот полседмины неизвестно в какое будущее унесены. Скажите, пожалуйста, если 70 седмин, период времени, где вы видели, на каком основании вот здесь сделан разрыв? Где Библия говорит нам о том, что последние полседмины нужно ждать неизвестно сколько тысяч лет? Ни единое пророчество в Библии не разрывается на части, и кусок его уносится куда-то. Это делает пророчество бессмысленным и неопределенным. Бог говорит однозначно о том, что 70 седмин еще существует теократическое государство Израиль. После этого в проповеди Евангелия оно теряет свое значение, потому что с жертвой Иисуса вот эта стена разделения между иудеями и язычниками снимается. Интересно, что вот эти полседмины очень часто эти используются многими богословами для того, чтобы в них вложить смысл, о котором мы говорили в пророческом периоде 1260 дней. Но здесь есть одна проблема в логике. Одна проблема. Проблема номер один. Мы видим, что 70 седмин не могут быть в пророческой книге буквальными. Иначе тогда приход Христа и пророчество просто будут бессмысленными. А это единственное пророчество, которое точно дает нам время прихода Иисуса. Единственное пророчество. Интересно, что вот это время другого пророчества вы не найдете. Если это так, то почему 1260 дней должны быть буквальными? Второй момент. Если же мы эти 1260 дней берем буквальными, то тогда как это мы их впихиваем сюда, не буквальные седмины? Понимаете? Здесь логическая проблема. Если мы говорим, что пророческий день равен году, то он всегда равен году. Значит, это 3,5 года. В этом случае 1260 пророческих дней никак не могут быть 3,5 годами. Это невозможно это вложить. Что же такое 1260 дней? Что это за пророческий период? Мы говорили о нем, что это период, когда Антихрист притесняет истинных верующих святых Всевышнего. И мы говорили вам, что это случается после распада Римской империи. Мы говорили о том, что малый рог выходит из 10 рогов, Даниила 7 глава, при этом исторгая с корнем 3 рога. Мы говорили, что это цари. Естественно, мы также говорили о том, что это не цари в единственном смысле, потому что даже после, сама Римская империя существовала 600 лет. Ну и после распада Римской империи эти 10 варварских государств, они там была очень большая смута, она продолжалась 1,5 века. Готы разрушали Рим, вандалы захватывали Рим и грабили его. Интересно, что в это время происходит. В начале 4 века под давлением этих варварских племен в Римской империи император Константин переносит столицу на восток. Он берет столицей империи город Византий, который называет Константинополем, который будет существовать еще долго. Его называют на Руси Царьград, оттуда пришло на Русь христианство, и только в XIV веке его турки захватили. Но когда вот эта столица уходит, западная часть Римской империи полностью начинается ее полнейшая дезинтеграция. И это происходит до VI века, до императора Юстиниана. Что происходит тем временем на Западе? В Западной Римской империи там есть уже христианство, но христианство там всевозможные течения. В частности, есть католическое христианство, епископ этого христианства в Риме находится, а есть арианское христианство, в частности, остготы, контролирующие Апеннинский полуостров, и вандалы, которые в Северной Африке устроили свое царство. Это ариане. Юстиниан на Востоке имеет план. Он хочет восстановить былую славу Рима. И он отправляет своего подполководца Велисария, чтобы разгромить варваров. И ему это удается. Велисарий полностью разгромляет вандалов, готов. То есть все это полностью подпадает под контроль обратно Римской империи. И это происходит в 538 году. Решающая битва, которая, во-первых, положила конец арианству, во-вторых, восстановила Римскую империю в ее прежних границах, но на очень короткое время. Буквально следующей зимой. Весь мир, и я вижу в этом, до этого никогда такого не было, историки признают, это беспрецедентная эпидемия чумы. Погибает половина населения Европы. Из-за этой эпидемии византийский император, Юстиниан выживает в ней. Выживая в ней, он уже не имеет тех ресурсов. У него умирает половина его армии, у него полностью начинается экономический кризис. Он выводит войска с Западной Европы, устанавливая границы Византийской империи в их исторических рубежах. И после этого в Западной Европе остаются единственные властители, которые никогда не смеют. Там страшная смута, но в этой смуте есть одна постоянная. Католическая церковь, которая с тех пор имеет единоличную, несменяемую, постоянную власть. Цари меняются, князья меняются, все, кто угодно меняется. Церковь остается незыблемой. И незыблемость церкви продолжается до Великой Французской революции. Впервые после 538 года Наполеон, называющий себя императором, заметьте вот эти, Юстиниан пытается иметь империю, Наполеон пытается иметь империю. Он посылает генерала Бертье, который арестовывает папу и на несколько лет господство католической церкви в Европе ликвидировано. Меня спрашивали о том, что это за два свидетеля в книге Откровения, которые 1260 дней свидетельствуют. И здесь интересно, конечно же, заметить. Интересно заметить эту удивительную символику. Этим свидетели, они символизируют, если мы посмотрим, три основных момента. Во-первых, посмотрите, это два светильника. Мы знаем, что пишет премудрый Соломон. Слово Божье – светильник ноге моей. Но они также еще две маслины. Знаете, где у нас две маслины встречаются? Единственное место, где у нас встречаются две маслины. Это Римлянам 11 глава. Дикая маслина и привитая маслина. Вы видите, очень часто, посмотрите на эту схему. Вот что нам говорят очень часто проповедники. Вот это время Израиля, вот это время язычников, вот это время Израиля. Извините, но две маслины – это не только евреи, потому что Павел говорит о дикой маслине и привитой маслине. Библия и пророчество не мыслит категорией евреями и язычниками. Библия говорит о теократическом государстве Израиль, которое исполняет свою функцию, потому что храм ушел. Но Библия не разделяет евреев на язычников. Когда храм уходит, жертвы не приносят ни иудеи, ни язычники. Поэтому в книге Откровения очень четко показан остаток людей, которые и иудеи, и язычники свидетельствуют вместе. Единый остаток вместе свидетельствует Словом Божьим. И дальше сказано, дается образ Моисея и Илии. Знаете почему? Если мы откроем Малахию, последние слова Ветхого Завета, то вы увидите, что хочет сказать Иоанн. Посмотрите, последняя книга Ветхого Завета, книга пророка Малахия, 4 глава. Смотрите, вот что сказано. Последние стихи. «Помни закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хориве». И 5 стих. «И я пошлю вам Илию пророка». Вы помните, как ученики спросили Иисуса, а когда придет Илия пророк? И вы помните, что в 12 ответил им Иисус? Илия пророк уже пришел. И знаете, кто Илия пророк во времена Иисуса? Иоанн Креститель, проповедующий в духе и силе Илии. Вы понимаете, почему эти два образа? Дикая маслина, привившая, и природная маслина вместе свидетельствуют. Природная маслина о законе Моисея, привитая маслина о пришествии Господа Иисуса Христа. Вместе единая эта весть проповедуется до тех пор, пока их не убивают в городе по окончании 1260 дней. По окончании. Тоже очень важно. Потому что я слышал такой разговор, что, дескать, в этот период Илья и Моисей, ничего подобного. В этот период они проповедуют, а под конец их убивают. Кто их убивает? Смотрите. Мы говорили о том, что один император начинает этот период 1260 дней, а другой заканчивает. Юстиниан начинает, а Наполеон отменяет. Как Наполеон стал императором? В результате Великой Французской революции, которая в первую очередь отменила всю религию. То есть это первое проявление атеизма, вольтеровский такой, махровый, безбожие. Вот почему говорится о городе, который духовно Египет и духовно Содом. Знаете, почему Египет? Фараон египетский сказал, кто такой Бог, чтобы я его слушал. А Содом сами знаете. Естественно, когда мы говорим, кто такой Бог, то начинается Содом. Естественно, мы распинаем Господа. Но это продолжается 3,5 дня. Ага. Это, естественно, годы. И мы знаем, что долго эта система не выдержала. В 1794 году, когда случается эта революция, объявляется атеизм, который длится 3,5 года. В 1798 году издается по всей Европе указ о толерантности религий. И начинается религиозная свобода. И они воскресают снова. Но Антихрист уже убран. Сила Антихриста уже убрана. Вы понимаете, в какое время мы живем? Вы понимаете, что мы уже находимся в то время, которое уже не будет. Вопрос, когда начинается суд над Антихристом? Смотрите, 2300 вечеров и утр, и святилище очистится. Это пророчество. Книга Откровения, исполнение. Даниил не понимает, что это за пророческий период. Он начинает молиться. Ангел Гавриил приходит для того, чтобы ответить ему на вопрос, когда очистится святилище. Вся 9 глава отвечает на вопрос, который Даниил не знал ответа в 8. Вот почему он говорит, вот тебе 70 седмин, и вот когда они начинаются. А раз 70 седмин начинаются в этот период, то вот он пророческий период-то наш. Вот оказывается, когда отверзся храм Божий на небе и явился ковчег завета. Вы понимаете, что в какое время мы живем? Вы понимаете, что мы живем сейчас во время, когда уже нет никаких пророческих периодов. Все пророческие периоды уже исполнены. Мы живем во время, когда сатана путем обмана, подделываясь под христианство, внушает нам всякие странные идеи, для того, чтобы мы не задумались прежде всего о том, что если первосвященник находится уже во святом святых, то все, что ему осталось сделать, это выйти из святого святых. А мы знаем, что когда первосвященник выходит из святого святых, на землю изливаются язвы. Вот где мы находимся. Вы понимаете, что времени уже нет. Выход первосвященника из святого святых может состояться в любую минуту. Но почему он не происходит? Почему это не случается? Господь ждет. Господь хочет, чтобы мы преодолели это заблуждение, в котором мы сегодня находимся, то заблуждение, в которое вводит нас этот второй зверь, который еще действует. Он еще пока обманывает. Он еще пока не насильствует. Он еще пока не угрожает убивать. Но он уже действует. Бог предупреждает. Его число, число человеческое, 666, не Божье. Число Бога – это 7, 7, 7. 7 духов Божьих, полнота Божья. 6, 6, 6 – это чуть-чуть не хватает до 7. Чуть-чуть, но этого достаточно. Любая ложь – это 99,9% правды. Вы понимаете, что происходит? В какое время мы живем? Вы понимаете, что сейчас очень короткое время для того, чтобы принять правильное решение? Или оставаться в заблуждении и оказаться на стороне этого обманщика или обратить наши взоры в небесное святилище, где Господь еще ходатайствует и ждет, как пишет Петр, не медлит Господь исполнением обетования, как многие то почитают медленным, но долго терпит, желая, чтобы кто не погиб, но все пришли в покаяние. Я хочу молиться с вами вместе о том, чтобы Господь помог нам осознать эти вещи. Нашей лекции было так мало, чтобы в деталях разобраться. Мне приходилось много материала вмещать в одну лекцию. Но я надеюсь, что это даст вам толчок к исследованию пророчеств, к исследованию Слова Божьего, которое происходит здесь, в этой церкви, открытая книга. Я хочу молиться о том, чтобы Господь приводил вас еще сюда, на эти программы, чтобы открывалась книга Божья, а не питались мы хитромудрыми баснями. Помолимся, Господи. Всемогущий Господь, мы благодарны к Тебе за открытую книгу, за то, что тайна, которая даже та часть Твоей Библии, которая была так долгое время запечатана, она сегодня распечатана. И мы видим, как близко Твое пришествие. И мы видим, что осталось лишь два коротких события, прежде чем Ты, Господь, придешь на облаках небесных. Помоги нам, Господи, с радостью встретить Тебя. Ей гряди, Господи Иисусе. Аминь.